Обед у меня практически готов. Вот мои крылья. Крылья! А вот этой девочке я сковородку поставила греться. Тут как бы, когда делала я, помните же, что мы готовили? Мясо, да, мясо. И остался вот этот сачок. Я его в холодильнике хранила в мисочке. И вот положила сейчас в сковороду, немножко маслица растительного налила. А крылья я не обработала вот этим, в этот раз маслом, девочки. Почему-то я забыла про растительное масло. Ну, ладно, не беда. Вот такие крылышки вкусненькие. Я их не переворачивала. А что их переворачивать? Они и так хороши. Это же крылья куриные. Вот. Ой. Ой. Все это дело быстро делается. Быстро делается, да. Очень будет вкусно. Ну и главное, полезно. С пылу жару все. Ай-яй. Так. Так. И вот так. Растопыривается, как манда. Вот этот сачок сейчас вылью тоже в сковородку. Крылья вот так подправлю. И пока, чтобы они быстро не остывали, я их накрою крышкой. Так. Крышкой и, конечно же, в керамической посуде, как всегда. Так. И, короче, что сделаю? Уберу в духовку. Горячее. Вот так. Вот разогрелось. Тут все уже кипит. Закладываю я макфу. Сейчас я второй рукой подправлю. Вот в этом вкусном сачке, девочки. Ой! В маринаде, да? В горчичном, соевом. Ой! Паста. Итальянская. Made in Italia готовится. Вы знаете, как это вкусно? Вы даже не представляете. Но для этого нужна, конечно же, большая, свободная, глубокая сковорода. Естественно. Ох. Вот так вот. Ну и все, в принципе. Пускай сейчас пары все выйдут. Все это пропитается, все это поженится. Ой, вкуснятина! Крылья у меня в духовке стоят. Ой. Все, девочки, я выключаю. Я их не жарю, ничего, я выключаю. Все, плиту. Приоткрываю немножко духовку, чтобы тепло вышло. Пары выйдут, крышкой не накрываю. Все. Пошлите, посмотрим, что колечко будет делать. Колечко, работать пошли. Скоро обедать. Сейчас, девочки, мы нацелили цель, где у нас будет розетка. Розетка. Так, колечко. Как ты это будешь делать? Показывай народу. Нарисовали круг. Это все делается в колечкиных руках очень легко и просто. Да, а вы как думали? Только так. Дрель. Самый главный инструмент у колечки в руках. Отверстие обязательно нужно сделать, чтобы воткнуть провод. Мы уже с ним, ну, до этого сделали наметки, куда будем втыкаться. Вдвоем решали. Потому что колечко, ну, сами знаете, без жены никак. Без супруги своей законно рожденной. А что вылазит колечко? Как втыкать? А? Не знаю, это слабое. Чупи нормально купить. Тоники все. Слабые? Да, вот видишь. А ты растопырь вот так, растопырь, да. Коль, растопырь немножко пошире.
Растопыривай, как писечку. Вот так, раз, растопырил, как писечку. И все как по маслу. Войдет. Всему надо учить пацана. Пацана всему надо учить. Учить девушки среднего возраста с опытом. Как чего растопыривать. Ой, невозможно. Наверное, этот толстый очень член-то дрелит у тебя здесь. Надо поменьше, наверное. Ну, ладно. Как-нибудь сделаем. Ничего, девчонки. Если долго мучиться, что-нибудь получится. Патрона нету, девочки. Потеряли вот у этой штуки. Короче, будем оттащивать. Кто да. Ракетка, который... Потеряли, короче говоря, патрон. Нету патрона. Будем делать потеряли дрелью. Вот так. Меняем, короче, что-то там. Блоков не будет, пикатуры щуплю поменьше. Пикатуры, видите, поменьше. Ага. Все поняла я. Начальник сказал, я все поняла. Аккуратно с дрелью работаем, смотри. Переключать надо, девочки, правильно. Режем кирпич. Чуть-чуть. Маленькой, наверное, Коль. Да. Надо пошире, пошире. Очень тонкая работа. Это как махер выстригает стрижки. Колен, можно так? Коля, можно так этот окно в Европу прорубить. Пошлите, посмотрим, там у нас что делается с пастой. С пастой! Мада и Наталья! Ой, сколько пыли. Вчера только убирал, девки. Смотрите. Вообще кошмар. Я в шоке. Мада и Наталья, девочки. Ой! Девочки, все, уже свадьба сыгралась, девочки. Очень все вкусно. Сейчас, девочки, сделаем отверстие. И будем вас ждать на мукбанге всех. Своих красавиц. И мальчиков тоже. Ай! Прям ядрится, кудрится. Кудрится, ядрится. Ай! Вообще. Ай, все. Ядрится, кудрится. Ой. На мукбанге вы узнаете свежие выжатые новости. Что-то рисуем. Он же у меня еще и этот художник. Архитектор. Да. Что вы думаете? Это вам тут не все просто так. Безобразно там подразделить. Ну что, я не могу никак. Красиво, да? И так и едок. Как женщины. Целку ломает ей. Ай, сука. Какая-то, скажем, маньячила Ольга, да? Я такая.
Скрепляем провод, девочки. Надо немножко его вот вот так вот выровнять, Коль. Вы, вот так вот как-то развернуть его надо было, да? Или так? Угу. А там внизу еще есть что-нибудь закрепить, нет? Работаем, девочки, под электричеством. Ну, специалисты, универсал, чего хотите. Хорошая у меня была идея поменять сразу, пока нету гипсокартона, поменять место жительства розетки, да, потому что я подумала, действительно, ну что будет висеть у нас телевизор здесь, а удлинитель будет висеть, чтобы достать розетку. Потому что шнур от телевизора, я не знаю, она вряд ли бы достала, да и некрасиво, когда будет это все по стене, сами знаете, да. Вот, и сделали все, розетку установили. Сейчас мы пойдем обедать. Вот, девочки, все. Это расстояние, почему он туда не углубил, потому что здесь будет гипсокартон. Поэтому все, посмотрите, все. Место жительства поменяли. Все. Коля, сейчас подмети, здесь тоже убери. Вот. Время уже 14 часов 15 минут. Встречаемся с вами на Мукбанге в следующей серии. Спасибо вам всем за комментарии и за просмотр.